Зеленский привез свой план сюда, в Брюссель, где представил его главам государств-членов ЕС. Украинского президента для этого пригласили на саммит стран ЕС, который как раз проходил в Евросовете. Там план победы и был представлен широкой западной публике впервые. Но когда Зеленский прилетел сюда, все замерли. Журналисты и обозреватели начали спорить между собой, что же дальше, прокатит, так сказать, план победы или не прокатит. Зная нерешительность некоторых западных лидеров, скепсис все же летал в воздухе. Аналитик Bild Юлиан Рёбке написал в соцсети X, что членство в НАТО не будет, разрешения бить вглубь России не будет, совместной системы ПВО тоже не будет, да и про возврат территорий тоже нигде не написано. Пошли слухи о том, что Зеленскому дадут официальное приглашение для вступления Украины в НАТО. Правда, никто до конца так и не смог объяснить, как это приглашение могло выглядеть. На открытке с логотипом НАТО, что ли, написано? Представьте, что вы стоите у дверей чьего-то дома. Вы хотите туда зайти, а хозяева хотят вас туда впустить. Вы уже на пороге. Зачем вам приглашение? Ну и, как мы помним, та же Швеция и Финляндия ни в каком приглашении не нуждались. Пожалуйста, двери открыты, договоритесь с Турцией и Венгрией, ну и заходите, гости дорогие. Приглашения, понятное дело, никакого не было. Но оправдан ли скепсис Рёбки и что говорят здесь в НАТО, да и в целом в западных странах о новом плане украинского президента? Начну с того, что его визит в НАТО стал для многих неожиданностью. К нему заранее точно не готовились. Все в последнюю минуту. О том, что Зеленский будет в штаб-квартире, стало, собственно, известно прямо накануне его визита. Причем его план победы в НАТО начали обсуждать еще до того, как Зеленский вошел в здание НАТО. Мы всегда рассказываем друг другу обновленную информацию. Прежде всего, я хотел бы услышать, что он скажет, какая ситуация, как он смотрит на развитие событий на Восточном фронте с Россией. Ситуация в Курске — это всегда в нашем списке. Я снова ему подчеркну, что все 32 союзника НАТО сделают все возможное, чтобы Украина могла получить преимущество на поле боя. Я ему об этом скажу. Еще в начале недели политика писала, что в НАТО сейчас усердно думают над тем, как же выстроить свои дальнейшие отношения с Россией. Она не исчезнет с политической карты мира в обозримом будущем. Это понятно всем. Поэтому, естественно, в НАТО задумались, если Россия не партнер, то кто же теперь? Еще в 2022 в стратегической концепции НАТО Россию обозначили наибольшей угрозой безопасности не только стран Североатлантического договора, но и, в принципе, когда страна с наибольшим в мире ядерным потенциалом начинает нападать на других, действительно, многие начинают задумываться. Означает ли это наступление постепенной оттепели между Альянсом и Россией? Какие отношения можно выстраивать с агрессором, который из-за своего поведения стал, собственно, мировым изгоем? Этот вопрос я задавал чиновникам из НАТО, на что те отвечали вопросом на вопрос. Вы, мол, читали стратегическую концепцию? Что же там написано? О каком потеплении может идти речь, если война не прекращается, если Путин не подает никаких сигналов о готовности ее завершить и, самое главное, ничего для этого не делает? Так что кремлевские мечтатели могут пока успокоиться. Любовью к путинской России в НАТО никто вдруг внезапно не воспылал. Рюйте, кстати, потом это прокомментировал публично. Во время моего первого саммита в Португалии, тогда президентом был Медведев по политическим причинам, а Путин был премьер-министром. Те дни уже давно минули. Уверен, что такое больше не будет ни в ближайшем, ни в далеком будущем. И вот теперь мы должны найти пути, как мы будем строить взаимоотношения с Россией. Ну и этот вопрос комплексный. Мы будем его, вероятно, обсуждать сегодня. А может и на встрече министров иностранных дел позже в этом году. Как-то на план победы Зеленского подозрительно тихо отреагировал Будапешт. По крайней мере, я лично никаких громких заявлений от венгерской делегации не слышал. Ну а вот словацкий коллега Виктора Орбана, Роберт Фица, не молчал. Он заявил, что мир между Киевом и Москвой все равно будет подписан при участии Вашингтона. И что все это будет очень похоже на Мюнхенское соглашение. Для тех, кто вдруг не знает,
В преддверии Второй мировой войны Британия и Франция заключили с Гитлером договор о разделении Чехословакии. Переговоры велись без ее участия, а президент страны в итоге подписал готовый документ, который ему подсунули. В результате Вторая мировая война, конечно, отложилась во времени почти на год. Но что произошло 1 сентября 1939-го, мы все прекрасно знаем. Фицо явно намекал, что западные лидеры, мол, предадут Украину, сговорившись с Путиным, ради того, чтобы обеспечить себе любимым спокойствием. Ну а когда Владимир Зеленский приехал в штаб-квартиру НАТО, я, конечно же, спросил у него, говорил ли он со словаками, и самое главное, что они ему ответили. Господин Фицо, премьер-министр Словакии, сказал, что членство Украины в НАТО будет иметь свою цену. Что он имел в виду, как вы думаете? Вы говорили со словацкой делегацией? Можете рассказать подробнее? Спасибо. Сегодня мы с ним говорили. Правда, мне кажется, это между нами. Прежде всего, хочу сказать, что я рад, что наше правительство под руководством Шмыгаля в постоянном контакте с премьер-министром Фицо. Я лично говорил с ним впервые. Мы разговариваем, это хорошо. А что касается высокой цены, я много чего ему сказал. Но главное, мне кажется, нам нужно сохранить взаимоотношения между нашими странами. В его стране нет войны, слава Богу. Его народ не знает, что это такое и как на самом деле выглядит лицо Путина. Присоединение Украины к Североатлантическому альянсу – это сложный вопрос. С одной стороны, есть формальности. В стране война, а значит, пока она не закончится, Украину в НАТО не возьмут. Ну, с другой стороны, некоторые страны не хотят излишне драконить Путина в принципе. Ведь процедуры можно-то в принципе и изменить или сделать исключение, если уж сильно-сильно захочется. На самом деле, все было определено еще на Вашингтонском саммите летом. Все формулировки четкие и ясные. Ну, то есть ничего не четко и не ясно на самом деле. Открытые двери сменились мостом с односторонним движением. То есть членом НАТО Украина станет, когда, цитирую, «наступит время и будут выполнены все условия». Сообщение из Белого дома, правда, совсем неутешительное. В администрации Байдена говорят, что в альянсе нет консенсуса по поводу членства Украины. Ну и, собственно, тот самый консенсус – это одно из условий, которые должны, цитирую, быть выполнены. Откровенно, США сейчас не до Украины. У них своя повестка дня. Результаты президентских выборов будут известны уже в ближайшее время. От того, кто победит, будет зависеть многое, если не все. По дороге в Брюссель Зеленский записывает видеообращение, в котором рассказывает, что рассказал Дональду Трампу о своем плане победы. Трампу Зеленский сказал, что согласно Будапештскому меморандуму Украине обещали защиту территориальной целостности и суверенитета, ну а взамен отказ от ядерного оружия, который Украина подписала. Но этот документ и другие договоренности с Россией не работают. Ядерный вопрос возбудил многих. Пошли разговоры о том, что Украина возрождает свой ядерный потенциал. Слухи пришлось развеивать. Иногда мы сами себе создаем проблемы. Вот сейчас вы начали делать именно это. Я сказал, что у нас нет альтернативы, кроме НАТО. Таким был мой сигнал. Но мы не занимаемся ядерным оружием. Пожалуйста, не продвигайте эти месседжи. И Украина будет в НАТО, а до тех пор мы будем делать все возможное, чтобы у Украины было все необходимое для победы. Разговоры о том, что в НАТО готовятся к возможному приходу Трампа к власти, уже ходят достаточно давно. Европейские члены альянса пытаются обрести большую самостоятельность, однако даже с поставленными публично перед собой задачами часто просто не справляются, о чем, между прочим, откровенно признаются перед камерами. В эти дни приоритет для нас поддержка Украины. Нам нужно больше поддерживать Украину. Также НАТО должно сдерживать свои обещания, поэтому у нас сегодня много работы.
Предыдущий генсек Альянса Йенс Столтенберг слыл другом Украины и действительно прилагал титанические усилия, чтобы болезненный украинский вопрос не просто не исчез с повестки дня, а чтобы Украина могла выжить в условиях этой агрессивной войны. Ну а что же, собственно, новый? Марк Рютте на должности еще меньше 3 недель, но показательным был его первый международный визит. То, что он поехал именно в Киев, должно было стать сигналом всему миру, что Украина не останется в одиночестве. Ну и, видимо, стало тем самым сигналом. Принимая Зеленского у себя в Брюсселе, Рютте был еще более эмоционален, чем его предшественник. Вот, смотрите сами. This is already our third meeting with Mark Rutte. Это уже наша третья встреча с Марком Рютте в его новой роли генерального секретаря НАТО. Это отражает уровень взаимоотношений между Украиной и Альянсом, между нами двумя. Да, спасибо большое, Марк. Ну и, конечно же, в закулисье штаб-квартиры НАТО всех волновал еще один важный вопрос. Едут или не едут военные Северной Кореи воевать в Украину на стороне России? Я не на камеру спросил у нескольких высокопоставленных чиновников Альянса, что они думают по этому поводу. Не под запись, всегда можно получить более откровенные ответы. Так вот, в НАТО, во-первых, не берутся подтверждать эту информацию, хотя считают ее реалистичной. Ну а во-вторых, солдаты из Северной Кореи на украинском фронте – это сразу две новости. Плохая, их присутствие свидетельствует о том, что ситуация на поле боя будет только обостряться. Ну а хорошая, Россия не привлекла бы солдат из Северной Кореи, если бы своих хватало. Напомню, что по информации украинской разведки, 11 тысяч корейских военных уже на пути в Украину. Мы бачим. Мы видим, что наращивается союзничество между Россией и таким режимом, как в Северной Корее. Это уже не просто про передачу оружия. Это уже фактически про передачу людей из Северной Кореи в вооруженные силы оккупанта. Эту информацию подтверждает и разведка Кореи Южной. Заход с тыла, которого многие откровенно не ожидали от НАТО, российская агрессия против Украины, осуществляется прямо на глазах и под носом у Альянса. Поэтому и действий все ожидали от Альянса прямолинейных. Но в Брюсселе, очевидно, посчитали, что пора действовать нестандартно. В связи с этими сообщениями президент Южной Кореи Юн Сок Лёнь провел внеплановое совещание по безопасности с представителями собственной разведки и армии. В заявлении по итогам встречи, которое приводит агентство Reuters, говорится, что, цитирую, «ситуация, когда сближение России и Северной Кореи перешло от поставок военных грузов к фактической отправке войск, представляет серьезную угрозу безопасности не только для Южной Кореи, но и для международного сообщества». При этом Корея Южная не спешит окончательно рассориться с Москвой. Да, Сеул поддерживает территориальную целостность Украины. Да, осуждает российскую агрессию. Но еще в начале 2022-го, когда началось полномасштабное вторжение, возобновил безвизовый режим с Россией, который был приостановлен во время ковида. НАТО активизирует свою деятельность в Индо-Тихоокеанском регионе. Расположенные там страны могли бы неплохо повлиять на Китай, который поддерживает Россию и даже помогает ей покупать как минимум технику двойного назначения. Понятное дело, о вовлечении Китая в разрешение военного конфликта я спросил у самого Рютте. Вы упомянули о том, ну, это говорили раньше, что Китай с готовностью поддерживает российскую агрессивную войну против Украины. Но, с другой стороны, все понимают, что Китай может стать сдерживающей стороной в этом конфликте и заставить Россию отступить. Рассматривает ли НАТО пересмотр отношений с Китаем и собирается ли, например, больше привлекать Индию? Очевидно, что Китай — это вызов для нас. Это не наш противник, а вызов. Китай поддерживает российскую агрессию, помогая обойти санкции, поставляя товары двойного назначения. Это, безусловно, имеет влияние на позиции Китая в мире. Они не могут так поступать, не понимая, что у других стран будет меняться отношение к Китаю. Но это еще не все новости. Страны НАТО уже давно привыкли к тому, что у них небольшие, высокотехнологичные, профессиональные армии. Война России против Украины показала, что этого может быть
недостаточно. Все больше членов Альянса подумывают над тем, чтобы возобновить призыв. Вот и думайте, появятся ли натовские военкоматы, к примеру, в центре Брюсселя. Это, конечно же, шутка. Натовских военкоматов не может быть априори, ведь у НАТО и армии никогда не было и нет. Она существует только в головах у российских бабушек на лавочке. Ну а вот про вероятное возрождение практики призыва я совсем, между прочим, не шутил.